Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест о проекте SkyWay. Как и в прошлых выпусках, мы продолжаем работу из дома, чтобы вы могли регулярно узнавать о главных событиях из жизни SkyWay. Смотрите в этом выпуске. Мы добавили в инструменты партнера новый лендинг с экологическими преимуществами SkyWay. Вышло новое видео о работе отдела BIM-технологий компании-разработчика SkyWay. Анатолий Юницкий рассказал о преимуществах SkyWay в интервью для «Вечерней Москвы». Остановимся на этих событиях более подробно. Личный кабинет СВЦ продолжает выполняться новыми инструментами партнера. На этот раз мы добавили лендинг про экологию и транспорт SkyWay. В новом лендинге мы рассказали о том, как современный транспорт вредит природе и показали, как технология SkyWay поможет решить проблемы экологии. С помощью лендинга вы сможете посмотреть на экологические преимущества SkyWay с разных сторон. Как электродвигатель снижает выбросы в атмосферу, как струнная эстакада сохраняет ландшафт, как транспорт уменьшает смертность животных на дорогах. Ответы на эти и другие вопросы в новом лендинге. Чтобы рассказать о достижениях проекта, мы добавили в лендинг информацию о развитии SkyWay в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих странах экологичный струнный транспорт уже проходит первые испытания. Посмотреть лендинг можно по ссылке в описании. Мы продолжаем знакомить вас с подразделениями компании-разработчика SkyWay. На этот раз мы расскажем о работе отдела BIM-технологий. Сотрудники этого отдела используют современный подход к строительству на основе информационной модели здания. Отсюда и название Building Information Modeling или BIM. По словам главы подразделения Александра Дмитриева, BIM позволяет создавать трехмерные модели зданий, в которых каждый элемент содержит дополнительную информацию, например, проектный чертеж. Такие модели помогают тратить меньше времени на оформление чертежей и больше заниматься детальной проработкой конкретных технических решений. Полное интервью с Александром Дмитриевым о работе отдела BIM-технологий смотрите в описании под видео. На сайте газеты «Вечерняя Москва» вышло интервью с генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Юницким. Автор технологии SkyWay ответил на вопросы о преимуществах струнного транспорта, поездах на магнитной подушке и перспективах проекта SkyWay. В частности, Анатолий Юницкий уделил много внимания аэродинамике струнного транспорта. По словам конструктора, проект смог решить одну из главных проблем современных автомобилей – эффект экрана. Простыми словами, это завихрение воздуха между машиной и дорогой. Чтобы избавиться от них, достаточно поднять транспорт над землей, как это и сделали разработчики технологии SkyWay. В конце интервью Анатолий Юницкий рассказал, что технология струнного транспорта в будущем сможет объединить города в единую сеть. Это позволит наладить перевозки даже в самых труднодоступных регионах, куда не может добраться обычный транспорт. Мы подготовили краткий пересказ с главными темами этого интервью, который вы можете прочитать по ссылке в описании под видео. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!